Участников группы можно назвать профессионалами своего дела. Механизм хищения был отработан ими до автоматизма. Злоумышленники использовали специальное оборудование и гаджеты. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность задержанных к совершению краж дорогостоящих автомашин. Группа была задержана в момент осуществления перебивки номерных знаков автомашин. В скрытом от посторонних глаз укромном месте подозреваемые готовили автомобиль для перепродажи, наивно полагая, что удача на их стороне. Но оперативникам был известен каждый ход злоумышленников с момента их въезда на территорию Саратовской области. Задержание четвертого подозреваемого проводилось на выезде из поселка Пробуждение. При досмотре его автомобиля в салоне полицейские обнаружили специальное устройство подавления сигнала и аппаратуру, которая использовалась при совершении краж иномарок. В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий второй похищенный автомобиль был обнаружен в одном из гаражных боксов в Ленинском районе. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.